Сначала расплывчатая зарисовка, потом эскиз, потом эскиз в цвете, потом берем холст, имприматура и, наконец, эскиз на холсте. А теперь можно и рисовать. Рисуем, 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 заполняем весь холст цветовыми пятнами, прорисовываем деталюшечки, а теперь самое вкусное – рисуем Хари Кришна Маха Мантру. А вот так на самом деле выглядит процесс рисования без ускорения. И вуаля! Картина готова, называется «Поцелуй Кришны».